Ом Шива Сурья Джая Рам. Солнечные, огненные качества Шивы, который разрушает все старое, чтобы создать что-то новое. Ведь без разрушения не будет места для нового в нашей жизни, и поэтому это очень благостно призывать Шиву, чтобы он нас с вами немножко поторопил, чтобы мы не засиживались в каких-то недоделанных делах, чтобы быстренько доделывали и за новые брались. Вот. И еще энергия огня очень хорошо. Шива расшевеливает Дживу внутри. То есть дракон. Дракон! Да? Рам. Рам! Это огонь! Огоньку вам в жизнь побольше, чтоб вовремя и чтоб с охотой. Спасибо большое.